Right to Life presents. История спасения бездомных животных – это всегда вдохновляющий пример того, как сила сострадания способна изменить их жизнь. Все началось на оживленной улице, где Бобби, бездомный и голодный пес, был замечен бродящим в опасной близости от встречного транспорта. Эта критическая ситуация стала началом нового пути несчастного пса. Кто-то из прохожих заметил его и обратился в службу спасения. Когда спасательная команда, наконец, добралась до Бобби, сцена была поистине печальной. Он был полностью безволосым и истощенным. Его кожа была раздражена и повреждена от сильного пренебрежения, а настороженные глаза отражали жизнь, полную трудностей и выживания. Когда команда его обнаружила, то сразу поняла, что спасение Бобби будет непростой задачей. Его поимка заняла почти час, и это был достаточно напряженный момент. Вся ситуация говорила о том, насколько глубокий страх и недоверие Бобби к людям. Однако его история изменилась к лучшему, когда вмешались спасатели, полные решимости забрать его с опасных улиц. Первоначальная оценка Бобби показывала мрачную реальность, так как его физическое состояние вызывало тревогу и опасения. Команда срочно отправила его к ветеринару для немедленного лечения, понимая, что каждая минута на счету. Когда его доставили в клинику, Бобби находился в стрессовом состоянии. Он рычал и огрызался, защищаясь от любого, кто пытался приблизиться. Было ясно, что для выстраивания доверительных отношений с ним потребуется огромное терпение и нежный уход. В течение следующих 3 недель Бобби понемногу двигался по пути выздоровления. Преданная команда сотрудников вложила всю свою любовь и заботу для создания безопасной и комфортной атмосферы. Их терпеливый и нежный подход был необходим, чтобы помочь Бобби адаптироваться и научиться доверять людям. День за днем Бобби делал небольшие, но значимые шаги к восстановлению. Он стал принимать угощения от людей и разрешал осторожно прикасаться к себе. Каждый из этих маленьких моментов был очень значительным шагом. Со временем физические и эмоциональные изменения Бобби становились все более заметными. Его повреждения на коже стали заживать, и на их месте начала расти мягкая шерсть. Беспомощность, которая когда-то застилала его глаза, постепенно сменилась проблеском радости и доверия. Все поведение Бобби изменилось, и он превратился из тревожного животного в открытого и ласкового питомца. Забота и внимание, которые он получал каждый день, творили чудеса, и его изменения были очевидны всем, кто за ним наблюдал. Спустя 3 месяца Бобби полностью выздоровел. Его пугливое поведение сменилось радостью и доверием, а его шерсть снова отросла, стала густой и блестящей. Сам Бобби стал похожим на очаровательного, пушистого плюшевого мишку. Игривый характер Бобби и его новая любовь к объятиям наделила его ласковым прозвищем «Большой плюшевый мишка». Он радовался всему, особенно огромную радость ему приносили игрушки, и он часами играл, что было доказательством его выздоровления и вновь обретенного счастья. Путь от испуганного, заброшенного пса к веселому, любящему созданию был завершен. Бобби стал неузнаваем по сравнению с тем существом, которым он когда-то был. Сейчас Бобби готовят к усыновлению. Его опекуны стремятся найти ему любящую семью, где он сможет процветать и радоваться каждому дню. Бобби показал себя невероятно преданным и добродушным псом, хорошо ладящим с детьми, другими собаками и даже с кошками. Его идеальный дом – это то место, где он может жить счастливо без тени своих прошлых переживаний. Его новая семья обязательно должна гарантировать,
что Бобби останется здоровым и счастливым до конца своей жизни. Трансформация Бобби служит прекрасным напоминанием о том, как доброта и преданность могут оказать глубокое влияние на жизнь животного. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.